преподносит матушке императрице знаменитый 189-каратный бриллиант, алмаз великих моголов. Камень сейчас в Москве, в алмазном фонде, так и называется, граф Орлов. Ну а дворец на берегах Невы в советское время, здесь музей Владимира Ильича Ленина. Ну а сегодня это филиал Государственного русского музея. Прямо перед нами еще один подарок. Троицкий мост. Появляется эта переправа в 1903 году, как подарок 200-летия основания города. На церемонии закладки присутствует вся императорская семья и президент Французской республики Феликс Форб. Что же занесло французы на берега Невы в то время? Дело в том, что мост был построен по проекту